Это было просто удивительно. Новогодний вечер, поздний час, шар воздушный, странный, подозрительный, приземлился в городе у нас. А вокруг все бегают, волнуются и шумят, взволнованно галдят. Шар воздушный в городе, на улице, может, там подарки для ребят. Ёжатся прохожие от холода, скоро полночь, люди говорят. Тут часы на башне в центре города стали бить 12 раз подряд. Фейерверки брызнули и с грохотом огоньки слетелись в хоровод. А из шара вылез мальчик крохотный. Я пришел к вам, я ваш Новый год!